Samsung D880. Замена дисплейного модуля. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Samsung D880». Классические причины выхода из строя дисплея – это механические повреждения или воздействие влаги. Поддеваем плату с подложкой клавиатуры. Затем тянем ее на себя и отклеиваем дисплейный модуль. Новый дисплейный модуль приклеиваем к корпусу. Все, дисплейный модуль заменен.